Приставка в подарок. В Курской области продолжается переход на цифровое телевидение. Уже многие жители региона оценили качество картинки в новом формате. Но есть и те, кто по разным причинам не может себе позволить специальное оборудование. В помощь им акция «20 новых зрителей цифрового эфирного телевидения». В их числе оказалась и Галина Беликова, ветеран труда из Касторинского района. Черно-белое изображение, сплошные помехи и хрипящий звук. Для Галины Ивановны этот телекошмар уже в прошлом. Теперь она наслаждается качественной картинкой и уже приступила к поиску новых передач. Уже фильм смотрю, а его не было в трех каналах. Помехи были, вот когда ветер, ураган, там буря, это самое. Каналы уже не так работали, много помех было. Настраиваешь, а сейчас, смотрите, я даже рада, тем более бесплатно. Галина Ивановна не единственная счастливая обладательница подарка от российской телевизионной и радиовещательной сети. В ходе акции еще 19 жителей глубинки получат бесплатные цифровые приставки. Все мы, ну так скажем, это воспринимаем радостно, что все-таки не забывают о нашей сельской глубинке, что новые технологии приходят не только в нашу столицу и такие ведущие города, а все-таки и в сельской местности мы можем получить и быть наравне со всеми людьми, которые в наших так мегаполисах живут. Чтобы не остаться без любимых фильмов и передач, следует поторопиться и приобрести специальную приставку. Уже после новогодних каникул аналогового телевидения на территории области не будет. Исключение пока сделают для населенных пунктов с населением свыше 100 000 человек. Станислав Костиков, Денис Федорков, телеканал 7.